Время пролетело незаметно, стало смеркаться. Парк так мы и не обошли весь практически, в этом случае. Время не хватило немножечко, но все равно очень все было здорово, круто. Сейчас вот иду по лестнице к церкви на смотровую площадку. Вечером этот парк особенно хорош. Так, что я говорю, не хватило времени? Времени хватило. Вечером тут особый шарм. Очень много подсветки. Значит, все сверкает, все играет цветами разными. Те места, которые днем, может быть, были обычными, благодаря подсветке, становятся незаурядными. Итак, вот смотрите. Тут вот такая скульптура. Скульптура какого-то священнослужителя, патриарха. Не знаю. Если кто знает, скажите, кто это. А пока я поднимаюсь дальше. Что ж, открывается вид на город Каменск. Видите, сверкают все огни там. Так, я почти уже дошел до смотровой площадки. Ага, вот он храм. Видите, вот он храм. Вот он храм. Произведение древнего отечества. Тут у нас смотровая площадка. Сейчас, наверное, не очень будет все хорошо видно. Но почему? Почему нет? Почему не насладиться видами вечернего парка? Что ж, это повод вернуться сюда еще раз. А вернуться сюда очень хочется. Приехать в этот сказочный мир, в этот мир красоты, пофантазировать, помечтать, отдохнуть, расслабиться, пообщаться с друзьями, посмеяться. Да, очень классно, что есть такое место. Для любителей ландшафтного дизайна тут просто рай. Просто тут красота. Вот, смотрите, видите. Можно посмотреть на башенки поближе. Вот они видны. А вы видите, вот там, где Красная башня, там... Там фонтан. Будет там представление. Посмотрим. Говорят, если не будет сильный ветер, то будет. Если нет, то... Извините.